партии «Яблоко» собирает коалицию. Гражданскую коалицию. Речь идет о новом проекте в преддверии выборов 2015 года. У четырех парламентских партий и у партии «Яблоко» есть право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей. То есть у каждого активного жителя области, по сути, есть шанс стать парламентарием. На одно из первых собраний гражданской коалиции явились не все желающие. Это скорее инициаторы. Причем в одном зале люди разных политических убеждений или вовсе гражданские активисты. Ирина Мальцева, Андрей Втанеев, Роман Круглов, Виталий Аверин. Метят ли они в народные избранники или просто интересуются процессом, покажет время. В следующем году регион выберет 1600 муниципальных депутатов. Для активных и неравнодушных место точно найдется. Люди должны участвовать в политике непосредственно и без всякого сбора подписей, без всяких препонов становиться депутатами, там, начиная от сельских поселений, заканчивая самыми крупными городами, как Иваново, Кинешма, Шуя. И мы вот сегодня обсуждаем эту инициативу. Я думаю, что это очень такая вещь инновационная с точки зрения политики, потому что и партия, по сути дела, свое право передает очень широкому кругу людей.